Специалисты не оставляли без внимания избирателей. Они контролировали, правильно ли человек сбрасывает бюллетень в урну, следили за тем, чтобы в кабинке было не более одного человека, несли ответственность за то, чтобы народ не скапливался и не подвозились бюллетени. Избирательный участок номер 105 в поликлинике номер 5 рассчитан почти на 1700 человек. Местные жители в день выборов активно шли голосовать. Сегодня пока у нас, к счастью, ничего не было и, надеюсь, ничего не будет. А так могут и голосовать за несколько человек, могут несколько бюллетеней класть в урну, соответственно, или одну вместо двух, либо наоборот больше. Ну и опять же карусели какие-нибудь устраивать, к примеру. Это когда приезжают машины, допустим, и люди голосуют, бюллетень одну с собой забирают, другую кладут. В школе номер 11 два избирательных участка, номер 107 и номер 106. Ирина Бородина выполняла обязанности общественного наблюдателя сразу на двух участках. В день выборов она рассказала, нарушений зафиксировано не было. Мы вот с 8 утра здесь, все очень спокойно. Сейчас на самом деле активизировалось, население, видимо, проснулось. Поэтому все нормально, спокойно, все проходит. Маргарита Михайлова первый раз следила за ходом голосования. Она рассказала, для наблюдателей было подготовлено удобное место. Все видно полностью. И столы видно, и урны. Елена Валиева, Глеб Печорских, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».